Всем привет! Хочу оставить отзыв о приобретенном год назад оборудовании, снаряжении, которое использую в походе. Это у нас печь банная. Вот она. Целое произведение искусства. Сейчас вам расскажу. Год назад мы ее купили. Печь не моя, но выводы делайте сами. Брать такое или не брать. Ну, начнем с приятного. Хорошие дефлекторы сделаны. То есть вот такие вот вещи, они очень хорошо разгоняют воздух и позволяют быстро поднимать температуру в бане, в мобильной. Круто смотрится вот это Intent, когда печка красная внутри. Бренд Intent у нас, да? Когда баня красная вся там внутри, она вот прямо светится красным здесь. Шикарная вещь. Ну, пожалуй, на этом достоинство ее можно заканчивать, потому что дальше начинается трэш. Ой, продается она отдельно, отдельно печь, отдельно бак. Вот, у бака очень узкая заливная горловина, это трэш. Сюда попадать из тазика — просто адское занятие. Заливать лучше из этого, из 5-литровки. Вот дальше, здесь везде стоят переходнички, вот такие вот, не дай бог потерять переходник, и все, и ты это, остался без бани. Вот, ну, то, что оно просажено, конечно, я приму, не буду предъявлять, говорить о том, что плохая, ну, так вот она выглядит. Просела из-за того, что камни сюда закидываем. Немножко побольше мы их закидываем, чтобы была хорошая теплоотдача. Но самое главное, вот у нас конструктивно она. Там вот есть внутри, видно будет, балка, и она идет только по камере сгорания. Вот она там вверху. Дальше. Абсолютно мне непонятно, почему вот сюда вставлены какие-то болты с какими-то гайками. Вот одна у меня отвалилась, и все, их она. Что делать? Походу ее не починить. Менять надо, приклепать, я не знаю, что-нибудь такое сделать нормальное. Баня сделана из тонкостенного металла, весом что-то около, наверное, 15-20 килограмм печь. Вот, значит... Да, ее коребит от температуры. Вот, ну вот самый косяк — это вот эта вот штука. А, да, мы всего год пользуемся ей. Эту баню ставили где-то 15-20 раз, мы ей пользовались вживую. И вот полюбуйтесь, во что превратились трубы. Швы на трубах — это нержавейка, они разошлись. Вот, мы пытались их подварить, отдавали умным людям, металл сразу сгорает. Ну вот здесь вот видно, как оно попытались, нифига не получилось. Вот тут вот видно, как он разошелся шов. Труба, короче, на выброс. Надо заказывать новую. Вот такой вот он Intent. У меня была печь Мобиба Медиана. И она у меня прослужила с 2012 года по прошлый год. Ее утопили на сплаве. К сожалению, хорошая была печь. Я бы ей и дальше пользовался. А вот это вот год, всего год. И уже. Так что делайте вывод. Intent. Что такое Intent и печи от Intent? Экономят на металле, но падает резко качество. Берете на год. Я себе такую точно покупать не буду, потому что печь не моя. И, слава богу, я увидел, что это такое, и покупать не буду. Поэтому как-то так. Вот у нас там. Еще раз покажу внешний вид ее. Сейчас. Она рабочая. Мы вчера делали баню. Абсолютно рабочая. Но вот эти вот вещи, отваливающаяся крышка. Да, они, кстати, этот... И комплектуют вот такую вот хренью, складная штука для камней. Складывать этой отдельный геморрой, камешков мало.
Потом вот такой чехольчик, уже все швы полетели, все отрывается, очень весело, хорошо. И так что нарочнейшее все. Я бы сказал, одноразовая баня. Все как мы любим. Дешевая китайская одноразовая. Поэтому лучше купить подороже. Но оно будет служить гораздо дольше и качественнее. Вот как-то так вот. Сейчас вот снимем вот этот приходник и посмотрим, что там. Вот такой вот тут стакан. Вот почему нельзя было сделать нормальный стакан, чтобы он сюда выходил. Надел трубу, еще и поехали. Нет, два переходника надо иметь. Это бред сумасшедшего. Не знаю. Очень противоречивые чувства. Глядя на все это произведение искусства. Вчера тут труп поставили. Ладно. Пользуйтесь снаряжением. Покупайте хорошее, качественное снаряжение. Удачи. А, да, забыл добавить по поводу того, как мы сделали с этими. То есть вот на некоторых мы взяли точечную сварку, вот она, прихватили. Вот видно, как отошли сегменты, вот он, сегмент отошел, снова отошел. То есть они его, это все, это капец, сегменты. Дальше смотрим. Все 6 сегментов на выброс. Надо где-то заказывать. Вот тут пытались варить. Тоже на выброс. Вот оно что. Тут на выброс. Вот этот еще держится. Прихватили. Это на выброс. Это прихватили. Самое интересное. Ага, да, пожалуюсь. Труба 90 диаметра. Труба 90 диаметра. У меня когда была печь медиана. Там тоже труба 90. Вот это вот 90 не налазит на трубу от медианы. Хотя и там 90 размер. Странные какие-то понятия у интента по поводу 90 размера. Я так и не понял, почему. Ну вот была печь медиана, сажал на нее этот бак. Нифига, не залазит, короче, ни в какую. Ну так, насаживал на тоненького и стояло. Вот, хотя труба 90 размера, как бы. Как вот они делают? Непонятно вообще. Вот как-то так вот.